Мы продолжаем выпуск. В регионе почтили память жертв политических репрессий. Напомним, во времена массовых гонений в прошлом столетии было погублено около 40% казахского народа. Торжественное мероприятие, посвященное жертвам репрессий, началось в церемонии возложения цветов у памятника Жалаому Байло. Собравшиеся во главе с акимом области почтили минутой молчания память погибших во времена массовых гонений. Сначала лишили скота, затем и жизни. Ведь в те годы животноводство было основным источником для пропитания. Без скота люди умирали от голода. После этого всех, кто мог бы возглавить сопротивление террору, расстреляли и уничтожили. На долю нашего народа выпало немало трудностей. И все же, благодаря таким качествам, как любовь к свободе и народное единство, сегодня мы достигли суверенитета. Наши предки завещали нам сберечь мир и согласие, прославить казахский народ на весь мир. Мы должны исполнить это совместно с подрастающим поколением. Далее проходило заседание комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Здесь были продемонстрированы видеоролики на тему голодомора, политических гонений и депортации. Артисты театра представили судьбы ярких представителей интеллигенции, пострадавших за интересы нации. Зрители также как бы прочувствовали тяжелые испытания, выпавшие на долю народа в те лихие времена. В регионе в процессе реабилитации жертв политических репрессий задействовано 7 групп. Последние 3 года они каждая в своем направлении работают над уточнением списка людей, пострадавших от гонений и не обеленных по сей день. За это время были исследованы архивные документы по более чем 2000 репрессированным. Специалисты отметили, что эта работа будет продолжена. Есть сведения, что во время Голодомора погибло 2 миллиона 750 тысяч человек. Другие источники говорят об 1 миллионе 370 тысячах. В целом принято считать, что в те годы население составляло 7 миллионов. Исторические данные весьма расхожие. Требуется досконально изучить их. В 1931-1932 годы около 1 миллиона человек были депортированы в Турцию, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Россию. Мы, современники, должны исполнить заветы наших родителей, живущих и здравствующих, и тех, кто отдали свою жизнь ради будущего нашей страны, ради становления нашей страны, и не допустить впредь повторения репрессий и гонений каких-либо народностей в какой-либо стране. Я думаю, что мы можем в этом направлении работать. Президентimiz Касым Жомарт Кемел Токаевтың қабылдаған жарлығына сәйкес. Реабилитация наших предков – это дело не только рабочих групп, созданных согласно указу президента Касым-Жомарта Токаева. Все мы должны содействовать, собирая сведения из уст старшего поколения, проводя исследования исторических событий. Мы не должны ограничиваться только изучением сведений о пострадавшей интеллигенции или погибших во время гонений предков. Необходимо донести все это до наших детей. В завершение собрания 10 человек, внесших вклад в исследование жертв политических репрессий, были награждены благодарственными письмами акима области. Ердос Кужантайлы, Надыржан Спандияр, Дидар.